Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке, которая проживает в штат Мичиган. Сразу говорю, чтобы знали. У нас сегодня воскресенье, мои пошли в ресторан, буфет китайский. Я же на диете, я не пошла, я их подожду. И пока я их жду, я зайду вот в такой магазин second hand, но здесь оно как бы такое брендовое, все такое дорогое. И сейчас я посмотрю, что здесь есть. Ой, как здесь чисто. Я здесь, не знаю, может быть, года два как была. Прям как новый магазин. Ой, какая классная штучка, $40. Но это она бэушная. Стулья вот столиком, вот такой лежаночка такая, $50. Есть много новых вещей. И вот смотрю, ой, сняла уже цену, цепила обратно, 50% скидки. Вот новые подушки. Это мне такие подушки нужно, даже такие, чтобы декоративные, чтобы для красоты. Вот на кровать. Это на мою кровать. Такую большие они. Надо найти цену. Я возьму две себе. Они новенькие. По $10. А сейчас 50% скидки, то они по $5. И я возьму себе две. А вот какие-то кофточки такие. Новые по $12. Их несколько штук есть. Видите, вот. Вот курточка есть. На кожезаменитель. Все так чистенько, даже не скажешь, что second hand. А вот это на умывальник цеплять, чтобы ежики, мочалочки, губки для мытья сюда складывать. Я вижу здесь больше всего нового, чем second hand. Так, нужно сумочки найти, посмотреть. Юбка длинная, юбка, это брюки. Это сумки такие новые. И это новые. Они как бы так не брендовые, а так. Дешевые такие. Сколько эта сумочка стоит? $7. Такая, такая 6. А эти вот такие просто рюкзачки. Это детские рюкзачки. Сколько он стоит? $18. Скидки на них нету, не на все вещи есть скидка. Да. А вот я, здрасте, тухлики у меня какие сегодня. Так, а вот $1.50, смотрите, какая сумка какая-то страшная, с таким глазом некрасивым. Это $5 такой какой-то, не знаю, чехолчик или что, или клатч. А вот такие сумки большие какие-то. Ого, $56. А то на где-то ехать отдыхать в уикенд пишется сумка. Такие большие. Так, здесь такое все. Это все новое. Как бы на жатву. А ну зайдем, посмотрим, поскольку леггинсы. $7, вот, 6-7, да, такие. $10, яркие такие.
Это что такое? Это такие платья. Горошек, главное, $30. Но это новые. Такое неплохенькие. Опа. Но $30. Это много, конечно. Так, мне нужно посмотреть сумки такие бэушные. Но я не вижу здесь. Вы знаете, я вот это смотрю, и мне кажется, да, я ошиблась. Это не, это все новое. Это не second hand. Потому что здесь все. Или, может быть, они сами цепляют эти этикетки. Ну, не могу понять, какой это магазин. Я ошибаюсь, конечно. Вот по доллару. Здесь все кофточки, вот пишется по доллару. Такие блузочки. Вот, было 18, сейчас доллар. Это уже длинная такая, тоже по доллару. Опа. Это купальники и детские, и женские. 2,50 такая маечка, шортики детские. Нет, это они сами цепляют, я вижу. Вот это их магазин. И они такие эмблемки цепляют. Как бы цену на каждую вещь. То есть и новые, а есть их. Вот это их такая эмблемка. Вот здесь купальники. Еще есть, ну какие женские такие. 2,50. Это новые. Ну, это за 2,50 очень дешево купальник. Мужские рубашки $3. Это блузка какая-то такая. А то для детей там. Это для маленьких. Это на Рождество. Вот это новые по $7. Это $10. Пижамка такая. $7 такое платье. Это все в школу. Мужское. $4.50. Вот такая кофта мужская. $4.50. И все такое. Вот даже ведра есть. Сколько такое ведро? $5. Здесь уже все постельное.
Это не картоновые. $25 постельное белье. Подушечки. На подушечке сейчас 25% скидка на все такое. На покрывало. А вот это какой-то такой наборчик. Что это такое? $32. 100 катон. А где же размер? Не вижу. Вот смотрите, ой, вот красивый такой пододеяльничек, $10, это на маленькую кровать. Мне нравится красивая расцветка. Вот постель была, это тоже на маленькую кровать, было 60, за 30 продают. А это какой размер? Это $33. Тоже 100 катон. Вот шорты мужские по $7. Такие спортивные. Это большие размеры. Да. Это такие тунички или платьечко. Это черное $11. Это такое $3. О, вот отдел для собак, для котиков. Ой, такие красивые миски. Глубокие $7 миска такая модная. А вот какие курточки для собак. Вот. Ой-ой-ой, $7. А та тоже 7. Это обувь. Но это новый магазин, это не second hand, опять же, потерялась. Такие туфли $15, размер 8, маленький размер. Так, неплохие такие. Да, вот смотрите, по маленькие, вот большущий какой. Это 15 размер, это, я даже не знаю, как на русском будет 15, где-то 43 может быть. Где-то туда так. Может быть, еще и больше. $24 такие. Легенькие. Эти по 10. Ну, в Таргет я взяла по $4. То, конечно, дешевле. Вот такие. Ох, тяжелые. В огород. А вот для маленьких детей. Какие малюнькие. Сколько? $8. $8. Новые. Это на девочку $35. А так $20. Такие. Ну, дорогой магазинчик. Это выдавливать лимон, сок лимона. Это такие
щупальцы, салат накладывать, все такое. Удобно очень, если оно есть. Короче, в этом магазине я первый раз. $2 вот такой фартушек на кухню. Да, дешево вот этот. Мне нравится. Ну, а это не означает, что мне нравится, я его сразу покупаю. Нравится, но оно у меня есть. Так что вот памперсы. Вот таблетки для мытья посуды, для машинки. Я покупаю в Костко. Здесь $12. Костко тоже так. Памперсы такая большая упаковка, $23. Здесь 112 памперсов, шестерка размер. Я думаю, это они дешевле, потому что там коробка немножко... Ой, переверну мусорник. Коробка немножко помятая. 3,29. Такие заколки у меня девочки любят. А вот это такая штучка, делать на лице массаж, чтобы не стареть, наверное. 7,50. Да, хорошенькая. А было $15, а сейчас 7,50. Да, так можно покупать. Ох, какая же красота. Вот эта малюська. Маленькая, сколько она? $7. Надо, чего ж красивое, смотрите. Надо выше поставить, чтобы было хорошо видно. Вот так, чтобы люди видели красоту. А это что у нас? Ой, не могу достать. Это капронки для беременных. Видите, животик есть. $12. А вот такие в Костко я покупала. $10. Пума. Да, здесь 8. Это эско. Маленький размер. И вот эти такие женские, сколько они? Это восьмерка. Большие это. $8. Но они классные. Так, вот я и прошла весь магазин. Я думала, что это... А вот зеркало такое неплохое, вы знаете. Вот $45 оно, а было не, нету цены, сколько было. Оно такое красивенькое, простое, деревянное. Это такой магазин, как бы привозят, наверное, если. У нас один есть такой, везет трак, например, в магазин одежду, и что-то там ящики помялись или что, или он перевернулся, но та одежда хорошая, все новая, но им оно не понравилось, и все, и они его не принимают в магазин, и они так куда-то надо его деть, и вот открывают такие магазины, куда их привозят. Вот классная кофта Michael Kors фирма. Элка $11. Конечно, она в магазине не будет столько стоить. Она будет намного дороже. Вот так. То, насколько я поняла, это, наверное, такие вещи, как я думаю. Это большой размер. Вот 1XL. Потому что все новое. И немножко как бы уцененное уже. А вот уже это как бы по скидке уже 50% скидки. Посмотрите, какая красота.
Вот. Это где-то в огороде или так ставить и сажать туда цветочки. Вот. $16. Кобыла что-то там 30, вижу. А вот еще клиренс. Вот здесь все по $3. Вот юбки такие. Вот такие кожаные юбки. Есть черные юбки. Есть большие вот юбки. 3XL. Ну, да-да-да, это она. Сложена вдвое. По $3 такое все здесь. И вот здесь по $3 с этой стороны. Вот такие жакеты по $3. Такие хорошие качества. Вот. Вот так. Это блузка такая, $3. О, это, кстати, фирма Чикос. Она дорогая. Такие широкие на больших женщин. И вот это Чикос тоже $3. Так, передумала я покупать подушки. Что-то не понравились они мне. Так что буду выходить. Вот. Это для бровь. 7,50.